Думаю, большинство адекватных фотографов согласится с тем, что у каждой системы фотокамер есть свои особенности, так сказать, изюминка, ради которой выбирают именно эту систему. Я пользовался камерой Fujifilm X-T2 целый год, продолжаю до сих пор пользоваться камерой Fujifilm X-T3, и до недавнего времени я не понимал, в чем фишка этой системы. Но благодаря моему другу и подписчику Саше, привет тебе, я нашел для себя изюминку в этой камере. И как ни странно, вся эта изюминка заключается лишь в съемке в JPEG. То есть камеры Fujifilm, именно кропы, насчет средних форматов не знаю, обладают отличным настраиваемым внутрикамерным JPEG-ом. То есть мало того, что здесь есть эти пленочные пресеты, которые, ну, не супер, да, там, ну, такие. Вот. Вы можете еще зашить какой-то свой рецептик туда, где-то его там на сайте подсмотреть, там, или в приложении. Ну, их там миллион, какой там выбирать из них, фиг его знает. Саня мне там пару штук подсказал, я еще на ютубе кое-что подсмотрел. Ну, в общем, вы можете получить сразу хороший JPEG с хорошим цветом кожи. В отличие от Nikon, в отличие от Sony. Привет тебе, Sony, да? То есть вы можете получить сразу с хорошим скинтоном исходник, который потом через тупейшее приложение выкидаете на iPhone. Благо я разобрался, почему кидалось раньше оно сжатым. Теперь оно кидается полноразмерным. Вы кидаете на iPhone вот эту JPEG-очку, подкручиваете там в Lightroom или в чем хотите. И все, вы можете его выставлять сразу в Instagram. То есть никакое фото на iPhone рядом не стоит. Ну, я не говорю про iPhone там за 100 кусков, да, мы не те люди. Никакое фото на там обычный смартфон до 30-ки, будем говорить, да, у большинства смартфонов до 30 тысяч. Никакое фото на этот смартфон рядом не стоит с фоткой вот с этой камеры, с хорошим объективом, например. Перед Новым годом я уже был готов эту камеру продавать, потому что она была как бы неполноценной. Видео автофокуса у меня не было, я снимал на Samyang 35.4 через Speedbooster. То есть, когда у меня была в руках Sony и нужно было, чтобы меня сняли со стороны, извините, до свидания. Но потом я все-таки решил дать второй шанс этой камере, прикупил 35.4 Fujinon, потому что я считаю этот объектив самым лучшим в системе и самым универсальным. И как раз начал снимать в JPEG. И, о чудо, эта камера приобрела для меня вторую жизнь. Да, кто-то мне скажет сейчас, видюки особенно, да, там 4К 50 кадров, 10 бит, автофокус видео. 4К 50 кадров с кропа, как я уже говорил, 10 бит вас не спасут, если вы и 8 бит не умеете снимать. Автофокуса в видео здесь толкового нет, так что про это мы сегодня не говорим. Да, эта камера продолжает, то есть эти камеры продолжают снимать в RAW, но извините, я считаю, что с полнокадровых камер, Sony, Nikon, да, без разницы, RAW получается гораздо интереснее, гораздо пластичнее, вкуснее по картинке, чем с кропов. Поэтому для меня смысл в этой камере остался только один. Это съемка в JPEG. Да, здесь быстрый автофокус фото, но он промахивается. То есть я недавно снимал фотопрогулку, у меня была с одной стороны Sony с 85-кой, с другой стороны Fujifilm X-T3 с 35.1.4, с полтосом по-русски, да? И на Sony у меня там был один промах из 500 кадров, а на Fuji она достаточно часто мазала. Так что автофокус фото здесь тоже, ну, такой. Возможно, линза использует только контрастный. Это сейчас вообще не об этом. В общем-то, съемка сразу в JPEG. То есть мы получаем хороший скинтон, если попали в баланс белого, да? Можем это сразу отдать заказчику, потому что фотка уже получается достаточно вкусная, достаточно хорошая. А можем еще подкорректировать и прям за одну минуту, за две минуты, не касаясь компа, выложить это в Instagram. Это мега удобно, я вам скажу. То есть я никогда раньше таким не промышлял, да. Ну, для меня, как для перфекциониста, всегда был важен именно RAW. Но вот с недавнего времени я распробовал эту фишку. И если вы выбираете камеру себе в отпуск, ну, в путешествие куда-то, или просто, чтобы быстро снимать и заливать, например, в Инстаграм, да, там, через телефон, то можно рассмотреть Fujifilm, только не такой здоровый, то есть не X-T3, а XE какой-нибудь более компактный, или X100 какой-нибудь там, ну, относительно старого поколения. Фишка, то есть смысл в этом есть. Я думаю, если это понравилось мне, съемка в JPEG, то она однозначно понравится и вам. Ну, а как всегда, если ролик был вам полезен, ставьте лайк, пишите ваше мнение в комментариях. Понимаю, что ни для кого я Америку не открыл, я на этом канале рассказываю лишь о своих мыслях. Ваши мысли, к сожалению, я знать не могу. Ну, а на сегодня у меня все. Всем пока, увидимся.